сидел на приеме у врача, зашли люди в военной форме, люди начали убегать, вручили мне повестку, силы скрутили. Вооружение было старое, вроде советское. Сказали готовиться к контрнаступлению, но патроны экономить. Патронов очень мало было. Много людей дезертировали, разрешают расстреливать тех, кто не выполняет наказы. В последнее время начали даже избивать. Заставляли писать рапорта, чтобы в случае гибели тебя захоронили даже на позициях, чтобы не выплачивать деньги, не компенсации. Бежите с позиции, расстреливайте этих командиров, они просто вас губят.